Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится по адресу Жукова, 11/1, ЖК «Дом на проспекте». Традиционно я для начала покажу вам планировку квартиры кратко, а во второй части этого видео все подробности про месторасположение, квартиру в деталях и так далее. Ну, давайте сразу не будем, так сказать, медлить и пойдем в первое помещение. У нас в квартире в целом очень много систем хранения. Здесь вот у нас отдельная гардеробная комната. Раз. Здесь у нас большой шкаф. Далее совмещенный санузел с душевой. Далее здесь у нас вот такая еще одна комната техническая-гардеробная с стиральной машиной. Дальше у нас отдельная просторная кухня. Оп. И комната. То есть у нас такой зал с выделенной спальной зоной отдельной. И еще у нас здесь есть очень красивый балкон. Сейчас на него выйдем. Точнее, это лоджия. Пам. Ну, давайте традиционно начнем свой видеообзор, так сказать, вторую часть этого видеообзора с рассказа именно по месторасположению. Во-первых, обратите, какой здесь потрясающий вид на залив, на Чертугеевский полуостров, на Ершовский водозабор. Поверьте, даже через полгода, год, как вы здесь проживете, этот вид не будет вас равнодушным оставлять. То есть вид здесь очень классный. По самому микрорайону Солнечный, если честно, сам очень сильно люблю. Район один из самых экологически чистых, самых безопасных для проживания в Иркутске. Здесь нет ни единого производства. Здесь рядом Байкальский тракт, 70 километров, и вы в Листвянке на Байкале. С точки зрения инфраструктуры все тоже более чем прекрасно. Например, прямо под окнами здесь спортивный клуб World Class. Прямо в доме у нас супермаркет «Удача», несколько супермаркетов также в шаговой доступности и большая инфраструктура для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать. То есть здесь все есть. С точки зрения парковки здесь тоже все прекрасно. Есть у нас, получается, вот такая крытая охраняемая парковка, есть бесплатная во дворе, а также есть подземная парковка, точнее многоуровневая надземная, прям тоже за этим домом. Дальше, ну давайте по квартире в деталях поговорим. Квартира на момент записи видео — это середина июля 2024 года, в отличнейшем состоянии. Она, можно сказать, практически новая. Вот действительно, вот эта квартира из разряда тех, куда ты заходишь, и здесь хочется остаться. То есть, если вы ищете квартиру, в первую очередь, чтобы она не только там была какая-то современная, уютная, чтобы тут по цветам все билось и так далее, но чтобы она была чистая, то этот вариант точно для вас, и вы, когда зайдете, вы поймете, о чем я говорю. Ну, давайте еще в двух словах пробежимся по планировке. Мне нравится, как здесь собственник обыграл. Здесь у нас, получается, с учетом того, что вот есть вот такой просторный зал, отдельно выделили спальную зону, очень удобно и комфортно здесь будет ночевать, потому что здесь циркуляция воздуха есть, это не сочинские варианты, да, как говорится, здесь у нас здесь все отлично. Здесь у нас тоже, получается, открываются окна, и все, конечно же, прекрасно. Очень мне сильно нравится здесь, как организована система хранения, то есть у нас целых две гардеробных, можно сказать, хоть и это больше техническая комната, но в любом случае можете обратить внимание, то есть здесь, пожалуйста, тоже полочки, шкафчик, сушилка для белья, там, гладилка и так далее, то есть все можно сюда убрать, это тоже очень здорово. Дальше, ну вот вначале я показывал вам, есть вот такая гардеробная, да, то есть отдельная, что тоже большой плюс, ну и вот такой большущий шкаф на всю высоту потолка в прихожей. Собственно, показал все, что хотел показать. Квартира, еще раз, уютная, чистая, видовая. И если вы ищете именно такую квартиру, то милости просим, будем рады вам показать эту квартиру вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором. Спасибо.